Уникальная выставка, связанная с именем Бориса Годунова, открылась в музеях Кремля. В основе экспозиции иконы, книжные миниатюры, оружие и ювелирные украшения, изготовленные по заказу одного из самых неоднозначных правителей российского государства. Самый ценный экспонат – знаменитая шапка Мономаха. Именно в ней венчался на царство и Борис Годунов. Как отметил открывавший выставку глава президентской администрации и председатель попечительского совета музеев Московского Кремля Сергей Иванов, несмотря на противоречивость фигуры Годунова, нельзя не отметить его вклад как в строительство государства, так и в освоение Урала и Сибири. Выставка должна помочь создать реальный образ исторического деятеля. Такой объективной выставки, показывающей эпоху Бориса Годунова, Россию на рубеже 16-17 веков, еще нигде и никогда не было. И эту выставку я рассматриваю как очередное свидетельство того, что наши люди все больше и больше интересуются собственной историей, тем самым сохраняя преемственность поколений, знания корней, своих корней, корней своего государства. Образ Бориса Годунова хорошо отражен в литературе, в кинематографе, но он очень слабо отражен с точки зрения объективной истории. И я надеюсь, что эта выставка этот пробел поможет закрыть.